Эффект от Грэмми как после переедания сладкой ваты, розовой ваты. Этот цвет доминировал на церемонии. Наряд Кэти Перри сравнили с валиком. Им удобно красить стену, конечно, в розовый цвет. В розовых перьях на розовый рояль запрыгнула Дженнифер Лопес. 50-летняя Лопес еще никогда не двигалась так смело. За ней наблюдал возлюбленный Алекс Родригес в розовом пиджаке. От таких танцев у него обычно повышается аппетит. Пользователям сети даже в шляпе Лопес мерещилась еда – мексиканские чипсы. Красный острый перец чили Red Hot Chili Peppers Энтони Кидис тоже было поддержал волну. И костюм был в розовый цветочек. Кидиса хватило ненадолго. На Грэмми 2019 чествовали Даяну Росс. В марте ей исполнится 75. Она нашла способ выделиться в толпе этих розовых кроликов. Появилась в обжигающе красном. Показала и внука. С сыном пришел на премию Рики Мартин, а легендарная кантри-певица Долли Партон выступила на одной сцене с крестной дочерью Майли Сайрус. Джолейн, 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 Джолейн.